разъебали бы трубу, то Пыня остался бы без денег. Те Пискинс правильно ответил. Ты, как бы, для тебя, надеюсь, не является секретом, куда эта труба ведет, да? То есть, если украинцы эту трубу ебут, то, как бы, Европа реально замерзнет в пизду. То есть Европе нужно время, чтобы иметь возможность как-то компенсировать россиянский газ, учитывая, что немцы позакрывали свои атомные электростанции, как бы куча дебилов просто ебаных. Я не понимаю, как это можно было сделать. Нужно время, чтобы Европа как-то встала на нужные рельсы. Украина не может сейчас взять ее трубу. Ей спасибо за это никто не скажет. Место в районе острова Борнхольм в Балтийском море. Тут были зафиксированы предположительно подводные взрывы. Именно здесь проходит газопровод «Северный поток». Сейчас вы видите эти кадры. Что произошло с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2»? Газ по трубам не шел, но давление в них поддерживалось, поэтому из-за его падения сразу стало понятно, произошло ЧП. Не, ну справедливости ради, теории про то, что РФ сама ебанула, блядь, «Северный поток», это шиза. То есть я как бы не знаю, кто здесь представляет альтернативную теорию, да, про то, что Путин сам себе все ебанул. Но это же реально бред полный. Путин, он людей убивает, как бы, вот, собственных, просто чтобы всех напугать. Это да, это он может. Но перекрыть себе бабло, да вы что, ебанулись, что ли? Он все вены в анусе вскроет быстрее. Интересно, одна из версий Стикса, самую называют маловероятной. Так это не версия Стикса. Стикс, он проанализировал просто те версии, которые уже есть в нашем дискурсе, да, в нашем духе времени, про то, что там, а, может быть, Путин сам ебанул, такие есть люди. Ну, блядь, ну это же реально шизофрения какая-то. Нихуярил он собственный, блядь, «Северный поток». Он реально быстрее, как бы, цыгана в очко поцелует, чем это сделает. Как думаешь, будет ли ЕС чинить говнопровод из Макеевского родничка или, наконец, вложит деньги в энергетический суверенитет? А вот не знаю, от ЕС можно любого говна ожидать на самом деле. Но, по идее, они должны переоткрывать свои АЭС, особенно в Германии, где действительно с этим проблема.